Сибирский центр Федерального института промышленной собственности сегодня открыли в Новосибирске. Учреждение входит в структуру Российской службы по интеллектуальной собственности. В целом эта деятельность чрезвычайно важная. Она способствует и обеспечению экономической безопасности страны в целом, если говорить об этой деятельности. Мне кажется, неспроста этот центр, он по сути становится главным центром для всей Сибири, не только для Новосибирска. И думаю, что неспроста он открывается фактически в день работы технопрома, потому что сюда будут стекаться все заявки, здесь огромная база данных. Будет здесь прямая связь и со всеми остальными регионами, с центром, с Москвой. Новосибирская область – регион с высоким научно-техническим потенциалом, и работа с интеллектуальной собственностью имеет особое значение. Новое подразделение будет заниматься экспертизой изобретений, оценкой заявок на новые товарные знаки. В штате пока 40 человек, коллектив планирует расширить до 200 специалистов. В центре будут делать упоры на образовательные программы. Безусловно, понимаем, что необходимо привлекать высококвалифицированных специалистов в конкретных областях техники, для того, чтобы они получали необходимые навыки в области патентной экспертизы, в области поисков и далее посвящали свою жизнь и деятельность интеллектуальной собственности.